Всем привет, хочется показать вам, что такое All-Inclusive в отеле Миамар. Начнем вот с таких вот булочных изделий, которые можно выбрать. Это у нас идет завтрак. Тут вот что-то горяченькое, вафельки, хлебушек. Можно здесь сделать толстый. То есть как тут все происходит? Берется тарелочка и накладывается, чтобы вот тут можно собрать салатик себе. Различные масла, специи, нарезка колбасная. Тут идут десерты. Сладкие. Чай, с кофе, все это подкушаем. Вот те, кто желает, с молочком, да? И завтрак какой-то такой сухой. Здесь пошли уже фрукты различные, овощи, овощи здесь фрукты. Вот сырки, опять же тут вот джемы. Тут получается горячее блюдо. Каши, наверное, какие-то. Получается в колбаске. Тосты, хлебушек. Вот. Это пожарочка. Понял? Вон жареные баклажанчики. Тут все. Можно приготовить себе омлетик. То есть заказать либо с мясом, либо с луком. И вот так вот пожарят. Все очень вкусно. Все очень здорово. Такие дела. Вот это зал, где, собственно, можно занять любой столик и покушать. Здесь идет у нас два кулера со стаканчиками и сок очень вкусный. Сегодня у нас манго и папайя. Натуральный сок. Печный кулер и все остальное. Также можно здесь взять горячее блюдо. Morning. Яйца, и тут получается тоже что-то здесь. Okay. Вот такая. Так что вот, это он и вот. Что сегодня выбрал я на завтрак? Это омлет, много овощей и колбаски. Тут получается фрукты, немножко сладостей, тоже колбаски опять же взял. И взял такой себе капучино. Как-то так, вот такой вот завтрак у нас в Кургане в отеле Миамар. Заебись нахуй. Сейчас не можем разобраться, где чьи деньги, все зеленые. Это его, это моя. Так, тихо, я не перепутай. Я тут сейчас более-менее. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 12489. 20 рублей 86 копеек. Угу. Ручка конопляная. Что касательно местной валюты. Вот смотрите, у них какие есть. Деньги, фунты египетские. Вот это она пластиковая такая, как похоже, прозрачная. То есть невидимо, можно даже купаться, что-то, ничего здесь не случится. Мы себе взяли еще такую вот валюту, да, египетские фунты, чтобы, ну, расплачиваться в местных магазинах, покупать там то, что нам надо, вещи такого обихода, какие зубные пасты, щетки там, да, тоже надо. Потому что не все у нас на доллары покупать, а можно, но и лучше где-то выгоднее, особенно в такси, именно давать фунты именно без сдачи стараться. Либо поездку платить, ну, в долларах там 1-2 доллара, да, либо в фунтах. Потому что если дашь таксисту 10 долларов, да, и все остальное он воспринимает как на чай. И еще какая особенность, вот на кроватях нельзя ничего оставлять, потому что по местному, так сказать, обычаям, как у них тут принято, это считается на чай. То есть хочешь ставить на чай конкретно человека, который в номер убирается, да, оставляешь ему доллар там или сколько-то, да, сколько пожелаете, нужно мне оставить подарок. И он тут тебе тут сотворит, что какой-нибудь лебедя из этого всего. У нас вот лебеди из покрышек, а у них из простыней. Поэтому вот так. Да, сумки они тоже посчитают как подарок, фототехнику. Ну, вот такой у них менталитет.
Но зато, оставляя чаевые, вы знаете, что у вас всегда будет чистое белье, в номере будет прибрано, там будут стоять шампуни и мыло, и еще водичка, обязательно две бутылочки, будут каждый день. Ну вот, как-то так он, надеюсь, рассказал. Вот такая тут красота. Смотрите, да? Поплюхаться в фонтанчике. Дельфинчики. Вот тут вечерний бар, да, там всякие наливают отвратительного на вкус алкоголя. А вот такая тут аллейка до моря. Тоже слева, справа номера. Ну, они уже дороже, чем наш номер гораздо. Но зато здесь, видите, какие балкончики, какой вид. У нас тут цветы. Красота. Ну давай, Вань, пару напутственные слова. Утону, домой не приходи. Да, утонешь, домой не приходи. Под водой тебя сниму, как ты под водой нырнул. Подожди, человек поплывет. Прыгни. Знаешь, как классно. Вот, подожди, Ваня сейчас уйдет из кадра. Thank you.
Вот. Какая далеко была. Ну кольби, сука, дорого. Как я тебя учил? Я просто хочу... Трубку в рот? Нет, мне не нужна трубка. Ну, надо, надо. Ты просто голову опустишь и кайфанешь. Трубку в рот бери. Кнопку в рот? Трубку в рот бери. И дыши, подыши сначала так. Потом просто голову опускай вниз и лежи. Ничего, и не двигайся. Запах вообще не передать. Видно сразу, что хотя бы с огорода, а не как у нас. Ты думаешь, это прямо такой огород сидит во дворе, да? Мне кажется, это все равно какие-то, может быть, хозяйства. Ну, блин, посмотри, у нас в Турции она... привозит, она вообще гривная. Одна к одной. Ну, тут сравнил. Свеженькая. Всем привет, хотелось бы рассказать. По сколько здесь стоит еда, фрукты, да, вот это все. Здесь на самом деле очень недорого. Так, шок-контент мы наставим на потом. Для начала вот такие семечки, очень вкусные. Получается такой 100 грамм, да, 10 фунтов. Вот такие снеки. Цена сколько у них? 15. По 15 каждая. Это 44, вот такая вот мороженое, очень много, очень вкусно. Это сок 35. Пинк лимонад, такой очень вкусный, да, тоже такой необычный вкус, я не знаю даже с чем это сравнить, но цена удивляет. Вот такой вот получается полный, да, тут килограмм с чем-то клубники, свежий, вкусный, большой клубники. Он стоит, сколько вы думали? $1 всего, вот это $1. И вот Coca-Cola, думаете, сколько стоит? 65 фунтов. Вот это настоящая Coca-Cola, это не добрый Коля из магазина. Так что, ну, кто понял, тот понял. Кто пьет коктейли. В общем, как-то так, можно вот просто вот на несколько, да, буквально долларов, да, тут купить вот это все. Это еще, не считая того, что он инклюзив у нас идет. Я обязательно покажу, что нам подают на завтрак, обед и ужин, постараюсь что-то от этого отснять, все рассказать. В общем, ребята, это круто. Ну все, давайте с вами прощаться. Я сейчас буду, будем, по-моему, клубнику будем кушать. Будем мороженое. Там, и завтра у нас идет уже дальше инструкция. Это будет и дайвинг. Это будет еще там. Еще один дайвинг. И может быть какая-нибудь экскурсия. Как-то так.